Дебет с кредитом не сходятся. Расходы государственной казны растут быстрее, чем доходы. Этим фактом сегодня возмутился председатель Сената Маулен Ашимбаев. У нас двукратное опережение роста расходов, нежели доходов. И в этой связи понятно, что и логично, что правительство берет эти деньги или из национального фонда, или за счет дефицита бюджета. Увеличение дефицита бюджета. Ну, в этом уточнении мы видим, что дефицит бюджета остался на прежнем уровне, ну, соответственно, значит, из национального фонда. При этом правительство возьмет из нацфонда еще 800 миллиардов тенге сверх того, что планировало прежде. Министры как раз и пришли сегодня в парламент для того, чтобы получить одобрение депутатов на дополнительный трансферт из национальной копилки. Необходимость взять из финансового резерва больше денег, чем планировалось раньше, Кабмин объяснил затяжными тендерами, подорожанием проектов, инфляцией и другими причинами. На что спикер Сената заявил, что в Казахстане страдает финансовая дисциплина. Это и опустошает национальный фонд. А впереди новые расходы. За последние 8 лет средства нашего национального фонда уменьшились с 73 до 57 миллиардов долларов США. То есть тенденцию мы видим на уменьшение. Вот сейчас придут новые депутаты Мажлис с новой повесткой, новые партии будут просить деньги. Но у нас сегодня достаточно непросто с точки зрения использования средств национального фонда и в целом развития экономики. Поэтому мы все должны приходить к финансовой дисциплине.